говорить нет. Как? Просто вот артикуляция следующая. Нет. Что значит, как научиться? Давайте попробуем раза три это сказать. Да, да, нет, и все. Не надо даже обманывать и говорить, у меня нет на это времени. Время у нас есть на все. Просто это меня или не интересует, или интересует в меньшей степени. И, может быть, я уделю этому время. Ну, то есть, можно категорично по каким-то вещам говорить нет, однозначно. И даже необходимо. А по каким-то, ну, говорить о том, что это вторично, и, может быть, вы об этом подумаете, или этим, когда совсем нечего будет делать, если такая ситуация может быть вообще, в принципе. Вы этим, может быть, позанимаетесь. Ну, как научиться? Не учась, не научишься. Пробовать по-разному. И категорично, и не категорично, и в письменной форме, или в устной. Вот. Или молча дулю показать. Тоже ответ. По-разному. Но чтобы чему-то научиться, надо начать учиться. Не оторвав ноги, шага не сделаешь. Начни, и все начнется. Поэтому вот оно, само знание на тебя не обрушится раз и без твоих усилий. Вот. Нужно быть готовым принять это знание и хотя бы чуть-чуть продвинуться в эту сторону. Да? Вот, хочешь выпить, ну хоть газетку расстели, там селедки нарежь и сиди, жди, пока тебе нальют. Ну, что-то нужно сделать. А вот. Поэтому, да.